Вопросы строительства обсуждались на прямой линии в общественной приемной главы Коми. За час работы поступило на телефон более 20 вопросов, причем не только из Сыктывкара, где массовое строительство процветает, но и из других городов и районов. Жители Сосногорска посетовали на то, что в их городе новое жилье не возводится вовсе, хотя и спрос на него есть. Минархстрой отметили, работа в этом направлении ведется. Так, для города железнодорожников хорошим стимулом к исправлению ситуации могла бы стать программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На ближайшие 3 года у нас будет реализовываться большая программа по переселению из аварийного жилья. Вот, и в том числе Сосногорск в нее попал. И достаточно большие объемы будут и по этой программе реализовываться. Может быть, это в какой-то степени подстегнет и далее строителей реализовывать эти мероприятия. Также обратившийся на прямую линию интересовала судьба сыктывкарского рынка. Этой осенью он переедет вместе с автовокзалом в местечко Давпан. Как отметил зам столичного мэра Вячеслав Козьяков, на освободившемся месте будут построены жилые дома.